прибежала. Доти прибежала до мене. Красотка, красотка. Так обережно. Что это? Что это за малюк? Что это за маська? Иди, лялюнька. Лялюнька, иди до меня. Не хочешь? Халюся, халюся. Лялюня? Лялюнька! Хочешь улягтись полезать? Холодно. Привет. Що там? Малютка. Двері відкрив, за що по ній відкрити. Там збоку, до дерева. А не там трубку, там не трубку. Угу, уже. О, тут Наташа. Хоть бы он ее не побачил. Сейчас. Ты, Наташа, не пугайтесь. Чудо-юдо. А где моя мамка?
Нет. Ну, уже 10 пришло, нет? А ты же наделался. Ну, уже сейчас лето, потом тогда. Ну, короче, мы уже что-то не махали, я думала, она у вас. Ну, я уже все, бы потом. Я дала по морде. О, и сама не захотела съесть. Пошла. Нет, так нет. Короче, Денис, ты держи, чтобы розовый в очках, в замках, пусть остановятся. Ты слишком добрый, слишком нежный. Они не остановятся. Или уничтожат они нас, или какие-то не убить, все. Не знаю, блин, шампунь нифига не помогает, а капать это же вроде... Я же говорил. Ты говорил. Может. Ну все, я поеду в город туда куплю. Там Провет фирма, я взял. Провет, ага, все. А глисти, а глистили его месяц назад, ну я не знаю, еще раз проглистить чем. Ну, повторно. Раз? Не раз только глистили. Там же дается раз, и через 10 дней еще раз. Доза. Потому что они умирают, а те, что яйца отпались, они должны возрасти. Симба? Да, можно нам голос вырвать, конечно, да. Да, да, пожалуйста. Симба! Думаю, если Коля оставлял карточки, то, думаю, хай Коля звонит. Симба, Симба! Симба! Да, Лена бежит, зови. Симба!